Полчаса прибываем на станцию Москва. Полчаса в Польше бывает. Я приезжаю, я вместе 20, иногда 30. Брату в Смоленску съездил, брат у меня еще есть. 81 год. Два брата, одному 83, одному 83. Третий нету, ну старший еще нет. Не помнишь. Третий умер. На пенсию только пошел сейчас. Как у меня батя. На лице что-то. Еще от Москвы. Куда перекинуть? А ласточка вечером, нет ласточки. Обменять на ближайший рейс, да. Попадает хорошо, себя чувствуем, все хорошо. Да. Алло. 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 Да, мам, я тебя поняла, связь пропадает. Давай, все, подъезжай. Я уже поняла о чем-то. Ой, господи, я не против, конечно. Прекрасно я к этому отношусь, даже не переживаю. Я вообще не буду себя никак чувствовать. Успокойся. Ой, вообще нет. Я не буду париться по этому поводу нисколько. Зови кого хочешь. А что, мам? И что? Прекрасно, прекрасно, все прекрасно. Я, мам, успокойся, я вот когда-нибудь чудесно. Мне кажется, ты знаешь, что я по этому поводу вообще никогда никаких претензий. И я буду рада и счастлива, ничего не подумаю, слышь, нас с тобой весь вагон. Давай, главное, чтобы горячая вода есть, нам помыться. Все. Вот, давай пакет. Антон, ты мой рецепт не потеряй. Я никогда не потеряю. Я тут не мерзну все. Я не сомневаюсь. Я, может, цик написал, медовуху как-то. Позвоните. Кому? А ему позвони, да, уже 3 телефонные номера. Яра, давай, созвонимся тоже. Давай, счастливо. Ага. Гавруша, ага. Ты веник забыл. Ты точно. Я же без баню. Спасибо. Эй. Самое главное. Mm-hmm.